Каршеринг попал в зону риска. Люберецкие полицейские задержали подозреваемого в краже деталей с арендованных автомобилей. Установлено, что 26-летний мужчина вскрывал машины каршеринга через чужой аккаунт мобильного приложения. В Котельниках и Дзержинском злоумышленник похищал рулевые колеса с подушками безопасности. Так он снял запчасти с 7 иномарок. Общая сумма ущерба составила 315 тысяч рублей. Полицейские нашли подозреваемого через сайты купли-продажи, где по заниженным ценам он пытался сбыть украденное. В ходе операции при осмотре автомобиля задержанного изъято 2 рулевых колеса, 4 подушки безопасности, а также инструменты, которые использовались при совершении преступлений. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Стражи порядка устанавливают и местонахождение второго злоумышленника, а также причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям на территории Подмосковья. Луиза Егазарян, Анна Троян, телеканал ЛРТ.